Представьте, вы гуляете по джунглям, случайно наступаете на муравейник и через секунду чувствуете, будто вас вонзили раскаленную иглу. Это не комар и не оса, а настоящий муравей-пуля. Муравей-пуля – один из самых крупных и опасных муравьев на планете. Живет в тропических лесах Центральной и Южной Америки. Достигает 2,5 см в длину. Выглядит, как будто муравей прокачал все параметры до максимума. Свое название он получил не просто так. Люди, которых кусал этот муравей, говорят, что боль как от пулевого ранения. И это не преувеличение. Энтомолог Джастин Шмидт дал себя укусить ради науки. Присвоил укусу муравья-пули максимальный балл по шкале боли – 4.0. Когда муравей атакует, он вонзает в кожу жало и впрыскивает яд по нейротоксин. Он бьет по нервной системе, вызывая паралич, тремор и, конечно, невыносимую боль. Один укус, и ты буквально валишься на землю от боли на несколько часов, а иногда на весь день. Муравьи-пули не нападают просто так, они не агрессивны, если их не трогать. Но стоит потревожить муравейник, и на вас высыпет целая армия. Они живут небольшими колониями около 2000 особей. Живут в земле, часто у корней деревьев. А теперь кое-что сумасшедшее. Индийское племя Сатере Мауэ использует муравьев-пуль в обряде посвящения воинов. Мальчики надевают перчатки, набитые десятками муравьев, и должны терпеть их укусы несколько минут. И так 20 раз за жизнь. И все же, несмотря на жуткий укус, муравьи-пули важны для природы. Они регулируют численность других насекомых, помогают перерабатывать органику и аэрируют почву. А их яд сейчас изучают ученые. Возможно, он поможет создать новые обезболивающие. Муравей-пуля – живое доказательство того, что размер не имеет значения. И даже маленькое создание может нанести сильнейший урон. Больше крутых видео в телеграм-канале. Ссылка в описании, в комментариях и в профиле канала.